Привет! Привет, ребята! Как хорошо, что вы включили свой компьютер и свой телевизор, потому что вы сейчас увидите нашу замечательную программу, которая называется «Детский мир». А в студии у нас сегодня настоящий детский мир. Вот кто был в магазине «Детский мир»? Видел там игрушки и дети. У нас игрушки здесь и что? И дети. Вот. А почему называется передача «Детский мир»? Потому что нам тоже хочется, чтобы у детей была своя передача. Что самое важное хочу сказать. Сегодня мы будем говорить о животных. О тех, которые живут в лесу, которые живут в городе, тех, кого мы держим дома. Ведь каждый когда-нибудь видел каких-нибудь животных. Вот Вероника, например, скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь видела каких-нибудь животных? Я видела. Я даже не только в зоопарке видела, я видела один раз белку в лесу. Я тоже. Белку? Аистов видела. Они с белкой играли? Нет, они были в разных местах. Вот. Асенька, а ты кого видела? Тоже белочку. Белочку? Она кушала орешки? Она на дерево запрыгнула. А Лера, а ты кого видела из животных? Лошадок. И ты не испугалась? Так они в загоне были. Да? А вот Ева видела лошадок и даже сказала, что даже страшно было. Да? Ну расскажи нам, пожалуйста. Я со своей подругой Полиной, когда мы были на даче, Полину отправляли в лагерь. Она ездила со своей мамой или папой в лагерь конный, и меня брали. Мы в... И кем ты там была? В 8 утра вставали, ехали, потому что ехать туда 2 часа. Ева, а где лошади? Рассказ большой, а где лошади? Лошади в конюшне. А что они делали? Ты зашла и говоришь: «Здравствуйте, лошадки!» Их можно было погладить, их, и мы на них тренировались. Один раз, второй раз, когда я туда поехала, мне дали лошадь по имени Сэм, мальчик. Ну, она озорник, как все мальчишки был. Рысью первый раз, он рысь. Когда второй раз я ему сказала рысь, он галопом начал. Послушайте, дорогие друзья, извините, я совсем забыл представить наших ведущих в нашей студии. Рядом со мной сидит девочка Светляна, она уже взрослая совсем, девочка Ева. И я взрослая. Ну ты совсем взрослая, сказала Ася. А еще есть девочка Маша, которая пошла в первый класс в этом году. Лерочка, а ты в какой класс ходишь? Я не в класс, а в детский сад. Ой, так ты с Маркушей ходишь в детский сад. Я в сад пошла. Тоже пошла. Вероника, а ты ходишь в какой детский сад? Я хожу в такой большой детский сад, который называется школа. А, так ты школьница? А какой класс? 7. А еще я, ребята, вам... А, я не представил вам нашего самого большого друга Пусю. Вот большой медвежонок, который сидит перед нами на полу, это Пусь. Ася, Ася, мы про Пусю не сказали. А еще мы забыли представить дядю Колю. Ой, это я, да. А на руках у меня и сидит кролика. Дюша. Кролика и Дюша. Да. Еще следующий год будет год кроликов. Ты слышал, Дюша? Да, я слышал, что год кролика. Я буду сидеть в следующем году только на столе и кушать морковку. Ух, и нет, мороженое. Дюша. Нет, правда, на столе сидеть нельзя, правда, ребята? Да. Ну кто же сидит нет, на столе? Нет, он же кролик, мы его простим. Ведь его же год будет. Ты знаешь, он за год так вырастет, что будет огромным-огромным, как Пуся. Ну как же мы его на стол посадим? Не, ну пока да. Он такой маленький, можно ему... Ребята, но я ушел от темы нашего разговора. Мы говорим о животных. Вот смотрите, люди очень любят животных. У нас даже среди игрушек, смотрите, кролик. Это кто у нас, Светланочка? Это Мишка. Мишка. Ева, мальчик. Кто у тебя? А у меня обезьян. А под обезьяной кто тебя? Мишка. Тоже Мишка. Вот. Не стучи, Марк. Мишка-повар. Вот. И игрушки, которые, смотрите, котик, кто у нас, лисенок там, лягушка. Мишки. Это все как животные. Людям очень нравится, когда рядом есть такие животные. И иногда они ходят куда, ребята, чтобы увидеть животных в городе? Зоопарк. А есть еще такие места, которые называются заповедники. Заповедники – это те места, которых природа неприкосновенная. Там редкие виды животных Ева, хранятся. Ева, очень хорошо, что ты учишься в школе и так много знаешь. Но ты представь себе, Ева, что нам
придется каждый раз ехать в заповедник, чтобы посмотреть на кого-то. Нет, а потом... не обязательно, для этого есть зоопарк. А кто из вас ходил в зоопарк? Я. Ася, ты ходила в зоопарк? Ася, ты ходил в зоопарк? Ты что? Дети, давайте расскажем Асе, что такое зоопарк. Она... Ну, давай так. Маша, что такое зоопарк? Как называется? Ну, это место. Это где живут животные. Так. И где они, люди делают, чтобы они были, им было уютно. И чтобы люди приходили туда смотрели. А у меня другое мнение. А где живут животные? Они сидят... У меня другое мнение. Сейчас, они сидят, где сидят они? В клетках. В клетках. Ну, наверное, животным не очень это нравится. Или клетки большие? Гигантские. Нет. У Евы другое мнение. Я думаю, что зоопарки – это место, куда свозят животных, которых у нас не всякий раз можно увидеть. Например, как белые медведи, пингвины, Дюша, жираф, тигр. То есть те животные, белый, которые у нас нет. Да, которых у нас нет. Это так, тоже правильно. А может еще да. Лев. Их там подкармливают. Лера сказала. Лев? Да. А что, разве львы не живут у нас в городе? Нет. Хотя живут в зоопарках. Да? Но их привозят же. Конечно, да. Живут. Лерочка, скажи, пожалуйста. Их привозят. А ты видела льва в зоопарке? А как он выглядит, лев? Большой. Сейчас. Ну ты что, Лера? Ну что, ну хорошо, Марк, скажи, как лев выглядит? Большой. Большой, как Пуся, да? Большой, да. Большой грива. Очень большая и густая грива. И еще я хочу под медведя сказать. Про медведя. Пуся, про тебя. Давай. Еще медведи бывают черные, коричневые. Это бурые. Черные это бурые и коричневые тоже. А эти еще беленькие. Скажите, а бывают бурые слоны? Нет, это только синие. Синие слоны? Да, а где ты видел синего слона? Синие, голубые. А, голубой кит. Нет, ну сразу видно, что ты старшеклассница. Да, увлечена. Нет, ребят, послушайте, конечно. На самом деле слоны синие. Я знаю, где бывают синие слоны. Они бывают в мультфильмах. И в сказках. И в сказках. А кто любит сказки? А мультики кто любит смотреть? Правда. Вот мы сейчас спросим. Вероника, ты у нас самая старшеклассница, скажи, а какие ты мультики любишь? Я люблю все мультики. Ну как, что, у тебя нет любимых? Есть любимые мультики. Ну сейчас спросим всех, да. Марк, ты шумишь. Не знаю, у меня так много любимых мультиков. Ну, например. Ой. Ну, один скажи нам. Ну... Ну, погоди. Ну, да. Ну, погоди, может. Мне так... тоже погоди. Хорошо. Маркуша, тебе какой нравится мультик? Никакой? Все! Ну, Маркуша, ну как все? Ну, назови один любимый мультик. Давай. Мне нравится... Тачки! Ой, тачки. Это для мальчиков мультик такой. Лерочка, а какие тебе мультфильмы нравятся? Принцесса. Да? Да. А про волшебниц? Да. Вот Еве тоже нравится. Ну, она, нет, у нее... Я фильмы еще знаю. Да. Мне нравится. Мы сейчас Асю спросим. Ася, а тебе какой мультик нравится? Музыканты. Какие музыканты? Бременские музыканты. Ну, ты же для взрослых мультик. Это все равно бременские смотришь? Бременские музыканты, да, нормальные. Это мои мультики. А твои мультики? А скажи тогда, если тебе нравится, а какие там животные есть? У музыкант. Собака, кот и петух. Петух. И еще один. Осел. Осел, мы подсказали. Так, а у Маши какой мультик интересно, любимый? Еще. Алиса в стране чудес. Ой, какой серьезный мультик. Меня. Я лучше фильм люблю. Так, ну вы мультики любите все, девушки, да? Мне нравится фильм «Гарри Поттер». Фильм. Это фильм, мы говорим про мультфильм. А мультик, ну погоди. А когда ты смотрел его последний раз? Вчера. Ну тогда да, все, молодец, молодец. Так, я. Так, быстренько Маркуша говорит, потому что Дюша уже говорит, давайте другую тему. Вы знаете, ну в мультик был, ну погоди, там, ну был, ну еще, ну,
Мне еще... Ну, история игрушек на таком мультике. История игрушек? Да. Ой, это хороший мультфильм, мне тоже нравится. А мы с Дюшей каждый день смотрим мультфильмы, и нам говорят уже, давайте спать, а мы говорим, еще немножко. А нам говорят, а давайте смотреть завтра. Нет, мы говорим, еще чуть-чуть. Вы тоже так же говорите, да? Да. Да. А вы знаете какого-нибудь ребенка, который скажет, да, мама, я не буду смотреть мультики, раз уж сказала. Тут смешно, да? А вот Яночка у нас воспитанная девочка, скажи, а ты как мультики смотришь, пока тебя уже за ноги не оттаскивают от телевизора? Нет, я смотрю, мама мне говорит, например, иди чистить зубы, я говорю, вот этот мультик досмотрю и пойду чистить зубы. А мультик заканчивается, начинается новый. Мама забывает, приходит, она говорит, а ты говоришь, еще не кончился, да? Нет, я смотрю сначала, например, вот по теленяне Гарфилд, а потом сплю фантазию. Сначала мама мне слушает, говорит, иди чистить зубы, я говорю, это досмотри, потом начинается второй мультик, такой же другой совсем. Я говорю, вот это досмотри, пойду чистить, только потом иду. В общем, бесконечная история про мультфильмы. Дети, а давайте попросим нашего режиссера нам сейчас показать Веронику, она нам расскажет нам, почему она взяла на руки маленького кролика Дюшу, а Еву попросим сделать то, что я ее просил. Давайте. Рассказывай, почему ты взяла... Мне он нравится, он такой красивый, желтенький, и вообще это он... Может, Вероника, он просто добрый? Да. Он добрый такой, его улыбка большая, носик красненький. Вообще такой веселый, жизнерадостный кролик. Давай. Так, Вероника, спасибо, что сказала. Сейчас я вам покажу коротенький кусочек. Смотрим, что это за здание, что это за территория. Зоопарк это. Зоопарк. Я туда. Смотри. Вы ходили сюда, да? Я вот это. Это московский наш, да? Да, да. Московский. А это кто, тигр? Нет, это волк. Хочу. Вот. Он ушел спать. А это кто? Индюк. А это кто? Обезьяны! Моя мама их очень любит. Да. А это уточки. Лебедь. Нет, ну это шея короткая. Это гусь. Да. Это гусь. Маленький гусь. А вот это уже лебедь, да, Ева? Лебедь, его черная. У лебеды не бывает. Лебедь и сечет. Не бывает белого. Вот лебедь, длинная шея. Нет, великан. Ну, великан. Великан, великан. 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 Нет, это айс. Нет, это цапля. Точно цапля. Тоже великан. Великан. В машине клювами дети. Это пеликан, пеликан, а там была цапля. Великан. Это пеликан, а там была цапля, не пеликан. Это одно семейство пеликанов. Светляна. Это пеликан. Ну, это медведь. Я вот это видела. Меня зоопарки тоже делают. Да. Ой, что он делает? Смотрите. Умывает. Он умывается. Ему так кидают там кусочки, а он их хлебушка. Медведи не кушают хлебушек. Они едят мясо. А в зоопарках бывают специальные автоматы, где дают еду для животных. Ой, сейчас упадет, смотрите. Нет, он не упадет, он плавать умеет, если упадут, выплывут. Как здорово, как будто... Мишка, смотрите! Смотрите! Ой, как он просит кушать, да? Нет, он так встал, Ева, включай звук. Итак, Вероника, расскажи, пожалуйста. Он Ева, быстрее. Ну, не работает. Стоп, нажми. Вероника, расскажи, пожалуйста, нам.